Всем приветики! Вы на канале Family Show, и мы продолжаем снимать Субнатика! Сегодня у нас в планах все-таки поплыть на Аврору и сделать все необходимое там. Так что садитесь удобнее, мы начинаем. Аж 10 титанов. Так, ладно, я какой-то ерундой занимаюсь. Нам нужно освободить место. Это все мы здесь там найдем, вернее. Вот, у нас есть аптечки, у нас есть лазерный резак, ремонтный инструмент. Строитель мы можем выложить. Сканер надо, нож надо, фонарик надо. Со мной контактирует. И девочка. Я хочу с тобой ближе познакомиться. Так, только что со мной впервые сконтактировал император. Ну, скорее, мне кажется, все-таки императрица. Она же там яйца охраняет. И голос у нее такой женственный. Она сказала, что ты такое? Что ты такое? Послушайте еще раз. С нами только что сконтактировали. Ура, первый контакт с инопланетянами у нас остановлен. Что я делала? А, вспомнила. Все, я иду на Аврору. А еще, возможно, у нас есть эта аптечка. Так что нам аптечка не помешает. Еще одна. Открыть и взять. Все. Супер. И теперь возьмем себе глайдер. И поехали. Куда? Лишь бы не встретиться с Левиафаном. Потому что встреча с ним, у меня ничего хорошего никогда не случалось. Никогда. Красиво, о, крокодильчики. О, соседи. О, смотри-ка. Прикольно. Графисфера, ну, у нас уже есть графисфера, как бы. Зачем она нам? Так, Оля, ты теряешься. Давай. Народ ждет Аврору. Надо идти, починить, посмотреть, может что-то новое. У нас есть пушечка, которая может откидать вещи. И мы сможем теперь играть. Хорошо, красиво. Ууу, какой обломочек. Красивенький. Мне только что показалось, вот в этой штучке что-то такое, как будто проплыло. Так, я быстренько, ребят, я быстренько, вот так совсем быстренько вот смотаюсь, посмотрю, что здесь есть такого очень интересного. Ой, текстурка. Так, вот видите, здесь ничего интересного, как бы. Вот, а зачем тогда мне здесь задерживаться? Какая впадина. Что там такое? Вау, красиво, красиво, да. Красивая впадина. Еще один осколочек, но мы к вам вернемся, да, мы вернемся. Не может сейчас? Нет. Так, я всегда отвлекаюсь. Я набралась храбрости, теперь я, ну, как бы, возможно, даже не боюсь плавать под водой большую часть времени. Ну, иногда, да, иногда очень страшно снова мне. Ой, не то нажала. Уже. Смотрите. Здесь нужно будет поплавать вот осколочки. Я некоторые вроде бы уже обследовала, но вот некоторые нет. Но сейчас Аврора. О, так темно. О, зря я, конечно, батарейку оставила. Нужно освободить место. Это все мы здесь там найдем, вернее. Да, конечно, мне нужно дать должное, потому что я уже на Авроре была, в предыдущей версии игры, записала все, все прошла, но сейчас я ради вас не ленюсь и снова туда плыву сражаться с этими плазунами пещерными. Вот, сразу, ой, что там такое? Так, о, открыли, взяли, побежали. Еще я заметила, что все-таки если бежать, то все же они не так жалят. Да, перестань меня перебивать. Вот. Берем. Не то. Вот так. Не страшно, далеко, ладно. Я что-то взяла, вот все беру. Ай-яй-яй-яй, пошел. Гуляй.
Ой-ой-ой, сколько вас, сколько вас! Страшно, 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 взять пример, бежим, бежим, так, так. Ой-ой, здесь бьет только мой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Осторожно, осторожно, я знаю, осторожно. Винчики, он тут. Да, конечно, шкатулочек что-то маловато стало. В прежней игре было вроде бы быстро. Я поняла, что случилось! Фу, он упал сам. Я поняла, что случилось, у меня источник питания закончился. Значит, меняем. Я где-то подобрала, вот. А теперь берем вот этот, выбрасываем. Вот, и у меня еще, конечно, и птичку нужно использовать. Так, хорошо, ребятки, как бы мы немножечко прошли. Прошли, да, да. Были некоторые потери, но ничего, как бы все пока что нормально. Вот, искры идут. Так, бьет. Вижу. Вперед, прыжок, бежим. Так, где-то я видела здесь тоже. Вот, я вижу. Не вижу их, но стреляю. Ой, слышу, шумишь там где-то за спиной. Берем. Так, Теперь нам нужен огнетушитель вместо вот этого. Как бы нам сейчас не надо. Так, давай, тушим. Так, давай, вот, как бы. Ладно, давай. Ох, и снова все сканировать. Удаленная загрузка, да, черновичка недоступна. Мы знаем. Так, пушка, ну вроде бы как бы у нас уже она есть, зачем? Ну давайте отсканируем. Ну вот даже есть два титана, пускай будет. Что там? Ничего, да? Так, ящичек с сюрпризом, хорошо. Мне то что-то очень темно. Итак, идем дальше все сканировать, Пока что мы не видим один. Так, ну давай. Главное не сгореть, только бы... Нет. Как только я сказала, главное бы не сгореть, я сразу занялась как факел. Фух, аж испугалась, что жизни моей что-то угрожает. Смотрим, что можно здесь отсканировать. Точно, что можно вот эту взять, базу данных. Вот, еще данные. Это нам не надо. И что, как бы, у нас уже все есть, да? Но я помню, здесь вот батареечка. Вот так. И как же здесь темно, а вот это... Угу. Понятненько, да, так намного лучше. Угу. Еще хорошо так приземли. О, ручечка нельзя взять, к сожалению. Вот, ну ладно, мы богаты, нам... Вот так. Теперь смотрим, где наливая, зачем она. Ладненько, идем, будем пробовать сегодня зайти туда, на Аврору, другим путем. Так как у нас есть пушечка, и мы можем сделать вот так вот. А ну-ка, посмотрим. Вот, видите? Отпусти! Ага, давай тоже туда где-то. Круто! Наконец-то! Ой, еще нет, да? Ну давай! Держим. Пошел. Вот так вот. Учитесь, ребята, заходить на Аврору. Мне кажется, здесь так изрядно потемнело в этой версии. Мне кажется. Интересно, код сменился? База данных и коды. Нет, не изменился. 1454 код. Хорошо. Ближе. 1, 4. Так, ну что ж, заходим. Здравствуй, Аврора, я вернулась. Почему же так темно? Тук-тук-тук-тук. Ой. Здесь ящички. Питательные батончики. Вода, спасибо. Это уже у нас есть. И какая музыка. Давайте, что-то полезное. Здесь, конечно. Так, и отсканировать нечего. Вот есть. Ну? Да, конечненько. Ай. Ладно, короче, наверное, здесь ничего нет, кроме еды. Ну, как бы понятно, столько преодолели, да, нужно бы сесть, покушать, отдохнуть, попить водички. Но нетушки, мы не такие, мы не боимся. Интересно, здесь можно сесть? Нет. Ладно. Ну что ж, идем сражаться. Так, куда бьют искры? Туда и еще где-то посерединке. Нет, только туда. А, вот, видите? Ай, это ж...
Что же такое-то? Так, берем эту пушечку. Нет. Ой. Возможно, ножа лучше взять. Мне вот интересно. Вот этих кусак. Кровосисей. Они будут? Вот-вот-вот. О! А ну-ка. Пошел! Еще? Кто еще? Вот. Вот. Сейчас здесь всех выловим. Я вижу какой-то... А, отсканировать хочет эту рыбку. Понятно. Нет, пока что не надо. Все? Было две, нету. Прыгаем. Все, убираемся отсюда, понятно. Что-то очень туго. Я заблудилась, где я? Вот, вот, вот. Что-то так светит. Раньше такого не было. О, вход в Аврору немного поменялся, мне кажется. Или мне только кажется, я уже не знаю. А! Уйди! Ай-яй! Ладно, короче, так. Мне нужен резак. Мне нужен резак. Вот это мне нужно. Что вот здесь. Так, три. Да, первый раз я вижу. Так. Что ты не режешь? А, понятно, я забыла. Не этот резак, а все-таки рабочий инструмент. Ремонтный инструмент. Три. Ах, три же. Фу, эти кусаки меня так напугали, что даже думать перестала. Все? Да, все. Входим. Так, поднимаемся куда-то выше. Давайте на шкаф. На шкаф, поднимаемся. Вот, все. Теперь без паники. Используем одну аптечку. И берем сканер. И что мы можем отсканировать здесь? Фрагмент мотылька. Ну, у нас есть мотылек, спасибо. Ну, пускай будет. Ну, возможно, нам придется все потом выбрасывать, как бы. Из-за того, что у нас будет все много. Но, возможно, и не придется. Так, здесь энергоячейка должна быть. Или нет, вот. Взять компенсатор давления. Это вроде бы для мотылька нужно. Если я не ошибаюсь. Ладненько. Все понятно. Все здесь понятненько. Так, теперь что? Ну да, реакторная, давай. Ой. Батарейку берем. У нас все инструменты с собой, не переживай. Все, закончился. Капец просто. Просто капец. Так, это выбросим. А ну. Все. Вот, теперь все. Теперь берем инструмент. Не тот. Тот тоже надо, но как бы не сейчас. Это у нас модуль эффективности двигателя циклопа. Так, ремонтируем. 10 еще осталось. Ой, бы циклоп нам. Да, это было бы круто. Так, хорошо, прыгаем. А как бы нам туда добраться? Ладно. Я там вот вижу кое-что. Я бы хотела все-таки там быть. Ну ладно, сначала ремонт. Вот ремонт. Ну же. Что ты не ремонтируешься? Так, что нам нужно отказать? Мигает сканер, нужно уплывать оттуда. Значит... Огошечки. Так. Давай. Есть. 6. Ай. 5. Как же туда отступаться? 4. Ой! Так, 5-4. Ой-ой-ой. Вот вижу. 3. 3. Так, вот вижу. Да что же такое, а тут? 2. Так, еще одна. Вот вижу. Вижу.
Вот. Уровень радиации снижается, а нам нужно ждать 3 дня. Так, я что-то же здесь видела. Возможно, вот это. А вот. Как мне сюда добраться? Никак, да? Ну, я как бы хотела все-таки туда добраться. Но не знаю. А, вот вижу. Сейчас попробуем. Вот, что я еще заметила нового, то что теперь она просто говорит, уровень радиации снижается. А раньше там что-то много-много говорила, типа 3 дня для того, чтобы радиация ушла из вод, что-то там такое. Вот, кусок металлолома нового, точно не помню такого, разве что Аврора как-то по-другому взорвалась, и поэтому вот так. Не знаю, перепрыгнули я. Вот, прикольно перепрыгнула, но здесь ничего нету, так что зря я прыгала. Так, теперь мне нужно отсюда выбираться. Значит, прыгаем в воду. И плывем, быстро. И вот так. Все. Вот так. Починили мы реактор, радиатор. И можно теперь уходить дальше. Так, здесь дорога только вперед. Назад, я не знаю, если кто-нибудь, когда-нибудь возвращался домой той же самой дорогой, как и пришел сюда, пожалуйста, напишите, подскажите, расскажите, как вы это делали. Как вам это удалось? Потому что я вижу только один выход, это идти вперед. Вот, здесь уже нужен резак. Я помню только одну дорогу и знаю, ну, как бы я даже не знаю, вот если ты приходишь на Аврору и... Это что же такое? И у тебя нет вот этой пушки, которая двигает вещами. Я даже не знаю, как тогда можно отсюда выбраться. Наверное, только один путь умереть, а если ты играешь не такую игру, как я, с одним жизненным циклом, тогда как тогда. Так что буду ждать от вас каких-то комментариев, помощи какой-то. Возможно, вы знаете больше меня. Ну, конечно, знаете больше меня. Я хоть на Авроре не первый раз, но все равно многое чего не исследовала еще. Потому что я боюсь многого. Вот, круто. Давай, батарейку бери, вода нам не надо. Ну, впрочем, давайте плывем сюда. Вот. Сейчас нам нужен ремонтный инструмент. Конечно, наверное, сперва огнетушитель. Вот так. Теперь 3. Пожалуйста, починись. Вот так. И... Ура! Мы здесь. Так. Теперь нам нужен сканер. И давайте мы отсканируем этот экзокостюм. Так далеко, да? Вот, креветка. Первая часть из 4 есть. Так. Вторая. Есть. Третья. И четвертое. Тоже есть. Супер. Вот так вот. Да, получим чертеж креветка. Да. Да, я знаю. Правда, я с ним немножечко, вот совсем немножечко играла. Но мне очень трудно было с ним играть. Очень. Он такой в движениях медленный. Такой зажатый. Ну это прям вообще. Так, ну как бы можно использовать пушечку. Возможно, мы даже так и сделаем. Батарейки, правда. Ну ничего, мы набрали тоже батарейки. Давай, улетай, давай, вон туда. Вот так вот. Давай ты. Пошел. Следующий. Ай, подожди. Следующий. Пошел. Давай. Вот так вот. А, ближе? Ну давай ближе. Нет? А, батарейка закончилась, да что ты будешь делать? Все забываю. Все, поехали. Поехали. Ой. Ты, главное, мне там вход. Ах, не закрой. Так, и еще один. Пошел. Ух, круто. Идем. Сундучков здесь, конечно, наставили. Конечно, этот предмет. Вот так вот как-то. Там что-то есть красивое и хорошее. Ничего нету. Угу. Ну ладно, пойдем. Так, берем сканер. Что здесь можно? Ничего. А здесь? О, торговый автомат. Пускай будет. Угу. Так. Ну, давай. Давай. Настенная полочка. О-о-о, мы здесь пройдемся. Возьмем. Ой, огнетушитель. Берем. Предмет.
аптечка, берем. Все супер. Все надо, все надо. Кошечку, постер? Нет, думает. Ну вот, посмотрим, что у нас. О, да ты что? Много. Да, вот. Это модель эффективности двигателя циклопа. Это компенсатор давления мотыльком и креветкой. О, можно будет поставить мотылечек наш, который далеко от нас. Но ничего, не расстраиваемся. Хорошо. У нас есть еще один код. Это что? Жилой отсек, код 1869. Хорошо. Прыгаем. И уходим, 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 уходим. Закрыто, закрыто. О, кровать. Хочу обратить внимание на то, какими девушками не нужно быть. Смотрите. Девушка. И она, это фотография этой девушки, во всех каютах этих, спальнях, не знаю, как она называется. Возможно, поэтому Аврора и погибла. Ну, 1, 8, 6, 9. Ух ты, прикольненько. Так. Сканируем. Есть. О-о, что? Ага, настенные полки. Вот так вот. Аптечка, берем. У тебя я хочу. Возьму. Лучше я титан выброшу. Идем дальше. Здесь я была. Так, ну лучше, наверное, я немножечко вот так вот сделаю. Вроде бы они током не бьют пока что. Так, каюта, здесь не работает еще код. Говорят, что код сюда, ну, спойлеры одни мне подсказали, что сюда код 1806, но так как здесь нет нуля, то и код здесь не действительный. Вот так вот. Ладно. Значит, отсюда уходим. Здесь мы были, да? А нет, не были. Вот видите, опять эта самая девушка. Или были. Мы оттуда пришли и сюда сразу. Значит, мы еще здесь не были. Так, что здесь? Питательный батончик, спасибо. Это нам надо. Юридическая запись. Вот. Если вспомнить то, что я говорила о фотографии этой девушки и об юридических записях договора об отношениях, вы знаете, это приобретает некоторый смысл. Да, это уже имеет какой-то смысл. Одна девушка, для многих ребят, конечно, нужно тогда сочинять договор. Ладненько, так. Интересно, что здесь есть? Нет! Ужас! Да какой? Кошмар. Нужно использовать быстрее аптечку. Я чуть не погибла. Нельзя так делать, нельзя. Вот, а сюда нужно, видите, сюда нужно было. Трансгосударство, корпорация Альтара. Так, вроде бы больше здесь ничего такого нету. А вот есть батарейка, пускай будет. Ладненько. Можем идти. Кажется, я туда пришла. Так, вот еще. Что-то здесь. Понятно. Так, вот, смотрите, еще раз. Так, ничего больше нет. А, вот еще аптечка. Ну. Берем аптечку. Конечно, берем. Сегодня мы как никогда часто попадали под огонь. Как никогда часто. Ну что ж. Все, обследовав, собрав все нужные части, мы можем уходить отсюда. Так, сейчас предстоит самое страшное, самое ужасное для меня. Это плыть под водой. Да, я этого очень сильно боюсь. 22 и полный, круто. Еще два что-то мне влезет в руку. Что за музыка? Что за странная музыка? Ой, мама дорогая, как же там страшненько-то, а? Мамочки. Как же здесь не заблудиться-то? Как
Как же здесь можно не заблудиться? Я даже не знаю, куда плыть. Фонарик, но это меня никак не спасает. Не тряси. О, спасибо. О, это возьмем. Ладненько, всплываем, дышим. Куда же, как же, куда же, как же? Как же, куда же? Трубы не туда? Народ находит. Нет, я не знаю. Это реально. Просто не знаю. Так, думаем. Думаем, думаем, думаем. Вроде бы плыву, плыву, ура! Ура! Так, так, так. Плывем. Ого, кошечки. Мама дорогая. О, мама дорогая. Как же здесь все трясется. Берем. Местонахождение сигнала. Это уже какое-то местонахождение. Какого-то сигнала. А ну смотрим, что подобрали. Короче, какого-то сигнала подобрали. Наверное, ага, это капсула 19. Ну, как бы... А, вот какой-то источник энергетического импульса. Вот еще один сигнал. Надо будет туда обязательно поплыть и проверить все. Так, быстренько, быстренько, быстренько. 4, 4, 4. Опа! И давай, давай, давай. Мама дорогая. Мамочки дорогущие мои. Ну же. Вот. Вот. Стоять. Фух. Так, что мы подобрали? Так. Данные черного ящика Авроры. Ух ты. Хроника и постанализ. Так, доступ к лаборатории. 6483. Выжившие в Гази. Так, 6483. Угу. Так, здесь есть вход в лаборатории. 6483. Ура! Давай, открывайся. Здесь воздух есть? О, здесь воздуха нет! А что мне тогда здесь делать? А что здесь? Что-то есть интересное? Нет. Даже не рабочий. А, вот, вижу, синющие что-то. Загрузка в базу данных. Ну, короче, все как бы, да? Что там можно было взять? Что можно было взять? Что? Что? А, понятно. Уже нет. Ну, как бы все, да, как бы все. Как бы можно уплывать отсюда. Ну, вот по сути, ребята, мы обследовали полностью Аврору. Вроде бы обследовали полностью. Если кто-то из вас утверждает, что это не так, пожалуйста, напишите, почему вы так считаете. Возможно, я куда-то не зашла, или какую-то дверь не открыла, или что там еще. Пожалуйста, напишите. Давай, давай. Потому что, как бы дальше я не знаю, куда там нужно, не нужно идти. Ну же, тушись уже. Я реально больше не знаю, куда можно туда пойти. Но я еще сейчас вернусь, но я там боялась, что у меня воздух закончится. Поэтому я вернусь и еще раз покружу там возле такой синей штуки. Вот. Возможно, я здесь что-то упустила. Да, значит, светим. Вот что это такое красивое. Ничего. Как бы не берется нигде. Ничего не лежит. Туда не пройти, не пролезть. Как бы это вход в лаборатории. Я застряла. Вот. Ну, как бы это, ну, я уже открыла. Ну, вроде бы как бы все. Здесь колбочки. Ну, сканировать здесь нечего. Ну, вроде бы все, короче. Все, ребята. Больше я не знаю, куда и зачем куда-то плыть, если уже все обследовали. Так что, мама дорогая,
мама дорогая, у меня воздух заканчивается. Так. Вот. Ну, все. Ну, туда навряд ли я как бы доберусь, да? Ну, ладно, я даже ради вас никогда этого не пробовала, но попробую. Давайте я вот, возможно, даже резаком смогу там дверь открыть. А мне даже получается. Ну, как бы все. Здесь вот эта штука меня не пустит. Ну, вот и все. Ну, я думаю, я так считаю, что, наверное, и все. Я не смотрела другие прохождения на Авроре. Поэтому не знаю. Как бы не знаю, не знаю. Вот, теперь ищем пушечку нашу любимую. Нажимаем ее и вытаскиваем. Пошел гулять. Ой! Как бы не все так просто, да? Я вижу его, он видит меня. Я что-то держу, что я держу? А, это я держу эту штуку страшную. Ай-яй! Иди гулять! Мама разрешает. Я выбралась, я выбралась. Первый раз, Аврора, я выбралась. Иди сюда. Нет, не ты. Мама разрешила гулять, иди. Что я здесь могу взять? Что я здесь могу? Понятно. Нет, можно я снова наверх вылезу? Мне страшно. Вот. Пошел к другу. Кто еще? А не ты. Хотя если ты. Вот так. Да не ты, говорю. Ни снова не ты. Ладненько, пойдем. Не будем бояться этих ужасных тварей. Уйдите, боюсь. Ой, мама дорогая. Давайте я еще открою один ящичек. Возьму предмет. Хочу взять предмет. Я знаю, что мне делать, я знаю. Нет, это все полный. А вот, смотрите, ноль. Зачем? Я лучше возьму вот эту. Прощай, Аврора. Было классно. Было мне очень понравилось. Да, но сюда нужно только вот со всем этим барахлом. Что такое? Так, теперь главное уплыть и не покалечиться. Что? Пошел отсюда-ка. Ну все. Больше мне здесь сделать нечего. Еще так можно посмотреть. Правда, почему-то мне очень страшно. А ну, возьму-ка я. Не, это вот так вот хотя бы. Интересно, вот как циклопа? Где можно найти чертежи циклопа или как вот? Я не знаю, вот если честно, как находят циклопа. Так, ладненько, мне сначала нужно вернуться домой. Зачем? Значит, я вам объясню. Потому что у меня полные карманы всяких батареек и всякого разного. И если вот я нечаянно где-то умру здесь, то все и здесь и утонет. Поэтому лучше я пойду домой, это все разгружу себя. Поплыву, заберу своего мотылька. И там возле мотылька недалеко и есть этот, что там есть, сигнал новый какой-то. И мы туда поплывем и его обследуем. Но это будет, ребята, все в другой серии. Поэтому будьте терпеливы. Дождитесь, пожалуйста, то, как я это буду делать. И подписывайтесь обязательно на наш канал. Это не сложно. Только нужно нажать кнопочку подписаться. Поставьте лайк, мне будет приятно. Но, значит, вам понравилось видео. Комментируйте, подсказывайте мне. Ну, правда, не спойлерьте. Но вот я спрашивала об Авроре. Если вы знаете ответы, пожалуйста, пишите. Ну, спасибо вам за внимание. Вы классные все. Все, кто смотрит. На вас смотрит так немало. Пускай даже там 30-40, но это все равно хорошо. Я все равно этому рада. Вот, заходите к нам в Инстаграм. Подписывайтесь там. Там вот также есть интересные некоторые видео. Вам все понравится. Все, любим, целуем. До свидания. Ла-ла-ла-ла-ла.